Оригами — это приключенческая стелс-инди-игра от третьего лица, созданная работами Линта. Игра была выпущена в 2016 году и на самом деле недавно получила продолжение под названием Оригами. Я тоже смотрел игровой процесс Оригами, и это выглядело очень весело. И я люблю стелс-игры, поэтому я действительно хотел это проверить. Однако, общее мнение о продолжении довольно негативное, и первая игра была принята гораздо более хорошо. Поэтому я решил вернуться и воспроизвести оригинальное Оригами и снять на нем видео. Это доступно примерно за $20 в Steam, что, на мой взгляд, немного много, но это всего лишь $5 на таких сайтах, как G2A, и это также часть EA Play, так что вы можете играть в нее бесплатно, если у вас есть это. В игре также есть кооператив, так что вы можете играть с двумя другими людьми, что делает ее отличным вариантом для тех из вас, кто хочет играть в стелс-кооперативные игры. Я играл в это с другом, и было очень весело синхронизировать убийства, разрабатывать стратегию убийства определенных врагов и искать предметы на уровнях. В истории Оригами нет ничего сумасшедшего. Это даже не озвучка. Это показывает много таких моментов с помощью текста или просто полностью с помощью визуальных эффектов, которые могут быть отключены для некоторых людей, но для меня это было совершенно нормально. И это придает этой игре определенный шарм. По сути, предпосылка истории заключается в том, что эта таинственная женщина призывает тебя в качестве своего мстительного духа и оригами, единственная цель которых — убить генералов и капитанов Белой армии и вернуть ее к жизни. Это очень загадочно с тем, кто эта женщина и как рождаются оригами, и являются ли они пустыми оболочками или имеют настоящую душу из моей прошлой жизни. Несмотря ни на что, история довольно крутая. Как я уже сказал, в этом нет ничего безумно хорошего, но это забавная предпосылка и уникальная идея, в которой есть почти художественный стиль. Игровой процесс действительно является основным направлением и развлечением в игре, хотя эта игра только для скрытности, в которой нет боя. Ты все еще можешь убивать людей, как только тебя заметят, но, конечно, намного сложнее, так как враги убивают тебя одним ударом. Это очень неумолимо, и это заставляет тебя быть более осторожным и стратегическим в скрытности, что я действительно люблю, и лично мне нравится, что в игре нет боя, и что я единственный фокус. У него также есть действительно уникальная система скрытности. Ты должен оставаться в тени, чтобы оставаться скрытым и заряжать свою теневую сущность. Когда ты выходишь на свет, враги видят тебя намного легче, и ты перестаешь регенерировать сущность тени, а это значит, что у тебя истощаются твои силы. По сути, ты используешь сущность тени для прыжка в тень, что является телепортацией и необходимо для убийства врагов и прохождения уровней. А ты можешь телепортироваться только в тень. Ты не можешь телепортироваться в освещенном месте. Тебе также нужна сущность, чтобы использовать создание теней, которая позволяет тебе вручную создавать свои собственные тени и телепортироваться в них по желанию. Мне нравятся стелс-убийства в этой игре. Они гладкие и чистые, не говоря уже о том, что выглядит круто, заставляя тебя чувствовать себя настоящим ниндзя. И я бы сказал, что скрытность в целом кажется очень гладкой. Движение способности скрытность убивает. Все это прекрасно, что, очевидно, очень важно в игре только для скрытности. У Оригами также есть довольно глубокое дерево навыков. Ты разблокируешь очки навыков, собирая свитки, разбросанные по уровням, и с помощью этих очков навыков ты получаешь возможность приобретать и улучшать довольно большое разнообразие навыков. Есть кунай, который ты можешь использовать, чтобы убивать врагов на расстоянии. Вот кейдж, который дает тебе временную невидимость. Ты можешь создать тень, чтобы отвлечь врагов. Ты можешь ослепить врагов, отбрасывая на них тени. Ты можешь расставлять ловушки для нескольких убийств. Ты можешь сканировать, отмечать врагов сквозь стены. И ты даже можешь сжигать тела, как только убьешь их, чтобы никто их не нашел. Ты получаешь два применения для каждой из этих способностей и можешь перезарядить их, убивая людей своей тенью или отправляясь в святилище, которое расположено по всему уровню. Способности — это очень весело, и свитки обычно не так уж трудно найти. Ты даже можешь получить навык, который отметит их всех на твоем ход для тебя. Кооператив также просто улучшает весь этот опыт, так как вы с парой друзей можете проходить все уровни вместе и выполнять некоторые действия по координации и синхронизации. О, ты его не понял. О да, я подумал, что ты его не понял. Определенно хороший вариант для людей, которым нужны совместные игры, и очень легко подключиться и войти в одно лобби со своими друзьями. И ты даже можешь играть онлайн с рандомами, если хочешь, хотя я не слишком уверен, сколько людей все еще играют сейчас. Для каждого уровня также существует система оценок. Ранг S является лучшим, а F худшим. И вы оцениваетесь на основе таких вещей, как собранные свитки, количество замеченных, убитых врагов. Ты даже можешь получить специальные металлы, используемые для разблокировки скинов, убивая всех врагов, которых никогда не обнаруживали, или не убивая врагов, что является настоящей проблемой, поскольку нет несмертельного способа их уничтожить. Так что это большой вызов для людей, которые любят стелс-игры. В этой игре даже есть несколько уникальных боев с боссами, в которых вам нужно незаметно атаковать кого-то с нескольких разных направлений, чтобы убить их или избежать обнаружения этим лучником, который может телепортироваться. Они были действительно веселыми и креативными, и я хотел бы, чтобы их было немного больше, так как их было всего трое. В Оригами 13 глав, и каждая глава может занимать от 10 минут до часа, в зависимости от того, какую настройку сложности вы выберете и свой темп. Мы с моим другом закончили игру примерно за 4 часа, так что это действительно короткая игра, но вы можете повторить каждую главу несколько раз, если хотите получить лучший результат, или получить несколько свитков, которые вы пропустили, или что-то в этом роде.
переводе. Некоторые главы действительно короткие, в то время как другие намного длиннее. Это действительно странно из-за несоответствий и длины каждой главы, но в каждой из них есть новый фон или окружающая среда, которая сохраняет все свежим, например, город, лес или даже пещеры. У оригами довольно линейный дизайн уровней, но ты в значительной степени можешь уйти и заняться своими делами, если хочешь, а затем выполнить миссию. Там есть скрытые области, обычно со свитками или святынями. По всему уровню разбросаны вражеские НПК. Я действительно люблю художественный стиль оригами. Это выглядит очень чисто, графика приятная, игра работает очень плавно на ПК. И мне очень нравятся визуальные индикаторы вашего персонажа, например, как ваш наряд становится черным, когда вы находитесь в тени. Или как вы на самом деле можете видеть, как ваша сущность заряжается и стекает с вашего плаща. Ты также можешь увидеть, какие способности у тебя есть на спине твоего плаща, что действительно круто и уникально. Оригами — это веселое и захватывающее приключение невидимка насквозь. И хотя это очень короткая игра, в нее очень весело играть, особенно с друзьями, и она также имеет приличную ценность для воспроизведения. Не говоря уже о том, что игра относительно дешевая, и если у вас есть EA Play, это еще лучше. Я определенно рекомендую оригами тем из вас, кто любит стелс-игры или, возможно, просто ищет что-то новое. И если ты ищешь веселую совместную игру, чтобы поиграть с друзьями, оригами — отличный вариант. В зависимости от того, хотят ли этого люди в комментариях или нет. Я тоже могу снять видео об оригами, так что дай мне знать, если захочешь это посмотреть. И если ты здесь новичок, я делаю много обзоров игр здесь, на своем канале. На данный момент у меня есть плейлист из более чем 65 видео, так что подумайте о том, чтобы проверить это и подписаться на большее в будущем. Кроме этого, спасибо, что наблюдал и оставался незаметным там, убийцей.